Кузя в Empire Survivors, на связи Чандра Люмина. Здравствуйте. Короче, ребят, тут пофармили еще немного денег. Вот так вот у нас по усилениям на данный момент. А пока хватает. Мы не будем брать еще там... А мы ничего... Нет, ну что-то можем, но вот это брать мы не будем, в принципе. На регенерацию не хватает. Смотрите. У нас новые персонажи это Кончита и Осоли. Попробуем за Осолю. За Усолью открылась какая-то карта Луна-Свет и еще Капелла Магна. В Луна-Свете какой-то торговец. Мы почитали, что это какой-то торговец, которого нужно найти. Арканы мы активируем. Спешка. Что такое спешка? Спешка — это скорость таймера, x2. Ну и бонус к опыту 25%, видишь? Но тут 25%. 15 минут всего. Всего 15 минут. Да. Нужно за это время успеть добежать до нужного. Так, может быть, тогда не осолим ее? Кого? Все, ребят, мы решили просто пробежаться за Крочи. У него 40% скорость движения, это приличное количество. И до реликвии как раз-таки. Вот Ну, здесь реликвия на зеленых пастбищах. но она неинтересная. Но мы ее когда-нибудь возьмем. А может, сейчас возьмем? По-быстрому. Попробуем. И там, ребят, мы до реликвии буквально доходим, и все. Берем пока вот эту карту. На другие карты там очень много всего нужно. Да. Что это за аура? Это отхилки. Серьезно? Ой, я так близко, да? Волшебный расколбас позволяет изменять музыку на экране выбора. Настройки? Продолжить? На Нет. экране выбора, наверное. Ну хорошо, давай выходим. Мгновенное получение достижения, ребят, 2 минуты от начала видео мы получили уже ачивку А и боюсь, получили со какую-то штуку. следующим не так быстро будет. Бестиарий, коллекция, быстрый старт, начало. Это максимальный уровень оружия. В луносвет теперь. Мы потом пройдем. О! Во-во-во-во. Оно у меня, кстати, открытое, оно тут сразу. Не знаю почему. Музыка, да? Там музыка есть? Фиксировать выбранное. Да-да-да, там музыка меняется. Все, поехали в луносвет. В луносвете что нам нужно? Здесь... О, господи. Ети! Здорово, мужик. Торгаш. Надо купить за 10 тысяч. 10 Слегка улучшает случайно характеристику текущего персонажа. Бросает отталкивающий снаряд. Бросает отталкивающий снаряд, время перезарядки уменьшается при движении. Выпускает отскакивающий снаряд, иногда взрывается. Призывает торговца на всех этапах, ребят. Нам вот эта штука Мне нужна, у нас кажется, денег нет. яйцо это. Что? Только купить можно. Яйцо только купить можно? Может Мне быть. кажется, да. Так, что у нас тут есть в целом? Давай на секунду остановимся хотя бы. Есть дубликатор. Дубликатор стоит взять сразу. Вазочки дерутся. Да, дубликатор я бы взял. Бери. Да. Взял. А что, только одно можно взять? Нет, все можно взять. Ну, так возьми. Какие у нас оружия это будут? Погоди, здесь тирамису, это на револьверы, к примеру, да? Это на Библию, во, на Библию можно сразу взять. Святая вода, ну, Магнит, он здесь лежит. предположим, святая вода. Он здесь лежит, магнит. Святая вода, магнит сразу берет. Да. Хорошо, взяли. Что еще? Ну, Библию ты взял, иди за Библией, за книжкой. Для Библии берем, Да. да. Пойдем. Канделябр. Канделябр, топоры. Да. Косы штука полезная, поэтому мы косы, Очень скорее всего, полезно. возьмем. Что еще? Все остальное мы, конечно, попробуем взять. С них деньги, кстати, падают. Голубок? Ну, голубок мы собирали уже полностью. Рунтрейсер мы тоже собирали. Что нам? Повтор попробуем. Да. Корона пентаграмма. Пентаграмму мы не собирали, Корона да. пентаграмма. Да. Давай. Да, Гладось. А что еще нам нужно будет? В целом, так-то. Библия есть, святая вода есть.
Молнии нужны будут. На молнии есть штука. На топоры есть. Топоры есть. То есть молния, топоры и пентаграмма, правильно? Да. Хорошо. Значит, все остальное тогда можно просто нужна. Собирать? Удачка. Удачка на... У нас же кресты. Да, на кресты. Думаешь, ограниченное количество можно взять всего? Не знаю. Я не знаю. Возьми. Сейчас возьму. Там посмотрим, исчезнет она или нет. Не исчезла. Можешь корону взять. Возьму. Улучшение. Змеи пошли. Револьвера может... нет. Нет. Может, чем больше ты берешь, тем сильнее враги? Может, какие-то змеи пошли. Может быть, не знаю. Ой, мешочек с денюшками. Только деньги падают опять. Шпинат бы взяла. Шпинат бы взяла. Но новые враги не пошли. Пока нет. Ну, давай шпинат. Лучше, да. Реген же идет. И? И урон наносится. То есть волна это то, что да. Мы регенерируем? Да. Серьезно? Если это так, это имба, но я не думаю, что это так. Это так. Это так? Да, из-за карты. Серьезно? Мы же каждую секунду регеним. Круто, кольцо молнии берем. О, краб. Краб жесткий парень, мы помним. Ну, другой, правда, краб, не этот. Нам пока лучше бы оружие все-таки вкачивать. Торговца мы по-любому уже не возьмем, это понятное дело. Да и насрать. Не, Библия. Или кресты. Библия. В первую очередь Библия. Может, красную книжку на откаты? Потом возьмем обязательно. Нам сначала нужно прокачать, чтобы у нас не было лишнего ничего. Ну прям. Но эти-то не ломаются. А должны. Угу. Ясно. Крест. По-моему, здесь 15 минут всего. Да. Мы, может быть, даже ничего не успеем прокачать. Вот это точно работает. И вот это работает. Крест. Там крест внизу. Пока не беру крест, потому что я дышу. Дай хоть подышать-то немножко. Пентаграмму снова не соберем. Нужно не вылазить. Ну да. Надо будет поставить себе цель и прокачать пентаграмму. Ты читаешь счет? Они не двигаются. На Гладосе я ответила. Хорошо. Девчонка на самом деле так классная, прям вообще шикарная. Какая? Которая с областью. Не с областью, а та другая, которая с продолжительностью. Я там у нее Библию так и не прокачал, по-моему. А тем не менее она была мощная. Но она постоянно висела почти что. Сами вот эти вот книжки крутились. Библия это хорошо, пятый уровень уже. Дупликатор. Нет, я сказала, что я ответила тебе.
Библия. Библия, да. О, сюда. Святая вода. Крест. Духи. Библия на Библии. Да. Библии погоняю. Что... Пользуемся. Я почитываю. Ой, прости. Давай-давай, забегай еще. Спокойной ночки. Стоя вода. Опа, смотри, бам. Что-то как-то не особо бамкнуло. Потому что мало отхилили. Там же... Надхил. О, сюда. Топоры! Библия. Я уже... Да. Да. Ужас да. Какой! Ужас какой! Да. Да, ужас. Все, на треш. Если хотя бы Библию прокачаем, уже будет хорошо. Новые женщины какие-то. Угу. Какие-то банши. Из Манзолея, что ли, вылезли? Ну, тебе он радио собирай. Теперь топоры никогда не выпадут, да? Mm-mm. Следующей жизни. Ну, я твою поле смотрю. Повезло. На ныли. Даже деньги собираются. Магнитится. Крест. А что еще надо? Элитка нужна. А вообще? Вообще? Да. Крест. А вообще? Последнее оружие какое? Пентаграмма. А, да, точно. Которую мы еще ни разу не видели, да? А где он? Он умер? Кто? Элитка. Да. И ничего не выпал? Ничего не выпало. Может, он не элитка тогда? Ну, до этого же выпадало. Да. Пентаграмма. Наныл. О, даже сработало, что оставит опыт. Удивительно. Да, даже ничего не стерло. Пентаграмма. Святая вода скорее. Да. Скорее, да. Мне кажется, нельзя было брать сундуки, в принципе. Да, видимо, да. Ну, а кто знал? Это да. Стая вода. Стая вода знала. По-любому. Возможно, да. Может, после 10 минуты каждую минуту будут. Может быть, какие-то зеленые змеи пошли. Так, ну просто ходим пока, собираем что есть, замораживаем змей, очень опасные. Ой, я помню, как деревья замораживали, это, конечно, шикарно. Чтоб не сбежали ни в коем случае. Это да. Пентаграмма. 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 5G. Угу. Больше опыта лучше. У нас есть, потому что прокачивать. Да. Целых два. Нет сундуков, да?
Вот он, сундук. Наверное. У нас удача 40, поэтому не будет сундука здесь. Нет, вон сундук. Лежит. О, да. Библия. Библия, отлично. Неплохо. Не подходи к ним. Я думал, уже запустится Библия, она что-то не запускалась. Слушай, они сильные. Они сквозь проходят, если ты двигаешься. Шпинат. Шпинат, да. Магнитик бы. О, денежки. Внезапно. Все-таки я не понимаю, за что здесь идет. Говорю, какие-то монеты летят, ты вот не собираешь их? Пентаграмма. Пентаграмма, да. Ой, все, все сломала. Может, нужно бегать по этим штукам? Каким? По вот этим. Собирать монеты. Угу. Выбросить. Выбросить перчатки. Хотя они уничтожились. Они уничтожились, да? Угу. Это что такое? Какие-то винилины мухоловки. Ага. Мы их не пробиваем. Вообще. Топоры? Я хочу прокачать эту. Святую воду? Нет. Не святую воду как раз таки. Что угодно, но нет. Шпинат возьми. Шпинат, да. Хочу прокачать... Шпинат, да. Пентаграмму. Все, закончились деньги, да? За убийство дают? Ну... Не знаю. По-моему, нет. Потому что до этого у нас быстро проходило, хотя, блин... Мы убивали всегда, понимаешь? Угу. Но в катках... Ну вот 25 косарей у нас вышло. Я не знаю за что. Просто я не знаю за что. Давай, плюс удача. Чтоб магнитка, я не знаю, выпала, может быть. Что это за бактерии? Я не знаю. Они не умирают. Все, мы умерли. Бактерии не умирают. Мыло тащите! Чат, тащите мыло. И большая бактерия, это глаз. Это глазочки? А, я... Нормально, у меня же был крест. Ты умираешь? Да. Спасибо за пентаграмму. А, да. Они тебя съели, они тебя загрызли. Фига, глаза, они такие глаза сильные. Загрызли. Я не знаю, что это вообще. А мы продержимся вообще тут? Нет. Мы не можем здесь продержаться, потому что они не умирают. Что вон? Клевер. О! Пентаграмма сработала. Вот, наконец-то. Магнит сработал. Пентаграмма. Пентаграмма. Лишь гладость, они сейчас все поумирали, но не прибавилось. Да-да-да. Есть что прокачать? Нет, нету. Я бы для пентаграммы оставил. Конечно, такая удача на удаче, и удачи погоняет. Можешь тирамису взять. Когда умрешь? Не тирамису потратилось. Твое выживаемое потратилось. Ну дайте мне, пожалуйста, пентаграмму докачать-то хоть один раз. Душнина. Никогда не докачивал, ребят, пентаграмму, в первую очередь из-за вот такого вот непотребства.
За монеты дают. Да. Если ты собираешь монеты, то дадут. Серьезно? Они даже с этим не умирают. Это что? А что это за мобы вообще такие тогда были? Что это за глузочки? Я не это знаю. Что за женщина, которая не умерла от пентаграммы? Я не знаю, у нас, по-моему, поехало все. Что вообще происходит? Я не знаю, ты видишь, что с картой? Я вижу. Помогите. Кушай курицу. При этом я всегда, кто умерла. Кушает хомячий лоб и трапезничает. У нас сундук есть, по-моему, да, где-то? Где-то есть, а где его внизу? О, господи. Ой, это последняя минута. Плющит. Сильно плющит. Что это? Не знаю, нас забрали все. Забрали скорость передвижения, забрали крыль, что-то еще забрали. По-моему, нас вообще обнулили. Что это? Да, прям обнулили. Я не знаю. Ангелы. Но мы не демон. Хотя, именно этот персонаж демон. Я не понимаю, что происходит. Видимо, нам нужно уворачиваться. Но при этом дойти до зеленой стрелочки. Чем интересно, тогда там прокачивались. Оно того стоит. Да. После убийства выпадает только опыт. Женщины взрываются. Монеты выпадают из канделябров, а тут еще выпадали из вас. Это рай, это спасение. Нет. Здрасте. До свидания. За ним или... А. Ну все. Там что-то лежит. Желтый знак. Позволяет обнаружить скрытые предметы на всех этапах. Какие-то еще скрытые предметы. Там аплодисменты какие-то были внизу. А, вот, видишь. Кольца и вот эти штуки. Что это? Вот эти штуки... О, господи, нажмите что-нибудь, чтобы что-то изменилось. Что происходит? А, все нормально. А. Вот эти две штуки для убийства... Одна из вещей для убийства смерти. А желтый знак-то? Ну вот он, желтый знак. Желтый знак позволяет что сделать? Находить скрытые предметы. И эти скрытые предметы, это вот те самые вещи, которые надо найти? Ну, видимо, да. Видимо, мы их находим, и они теперь это будут у нас в коллекции. Ну, то есть можно будет их выбирать. О, кстати, золотое яйцо. Ага, многоразовое. То есть какого-то персонажа можно забустить до невозможности, видимо. Ребят, это что-то как-то... Это клёво, но... Блин... Это вообще непонятно. Вот это вот мы нашли. Желтый знак. Скрытые предметы на всех этапах. Это секретная вещь, которая только могла бы быть. Серьезно. Деньги будем копить. Угу. Хотя по усилению... Ну, вроде есть что качать. С другой стороны, надо, конечно, это забить вот это вот полностью. Пробить, проделать, сделать. И потом уже... Желтый знак розовый, да. Желтый знак розовый, конечно. А ты думал, какой желтый знак будет? Желтый, что ли? Дурачок совсем? Ну, пойдем в эту... Можно даже без записи пойти в библиотеку, нафармить денег. Разберемся. Так, ладно. Ладно. А где теперь искать их? Везде. Во всех этапах. На всех этапах? Да. А рандомно появляются просто? Я не знаю. Хорошо, я бы попробовал либо за Кончиту... Либо за Асолимио. И попробовал бы на новом этапе Капелла Магна. Но еще что я бы хотел, знаешь, что я хотел бы? Я бы хотел поблагодарить наших дорогих, замечательных бустеров, которые, именно благодаря которым-то, собственно, видосики и выходят. Собственно, присоединиться к семье, а семья это главное, можно по ссылочке в описании. Под любое видео просто заходите, в описании там есть ссылка на Бусти. Переходите на Boosty и подписывайтесь.